В мексиканском штате Герреро не утихают протесты из-за исчезновения 43 студентов. В среду в административном центре Чильпансинго демонстранты подожгли здание Конгресса и стоящие рядом автомобили. Также местные СМИ сообщают, что протестующие в масках ворвались в здание библиотеки, разгромили и подожгли его. Кроме того, в этот же день были подожжены штаб-квартира правящей институционно-революционной партии и офис департамента образования. Мы сообщили о 5 автомобилях, одном маленьком возгорании в библиотеке и в части корпуса. Огонь в помещении для голосования взяла под контроль охрана Конгресса. Вплоть до этого момента мы боролись с огнем в корпусе налоговой службы. Затем мы получили сообщение о пожаре в здании Конгресса. К счастью, всех смогли эвакуировать. Нанесен только материальный ущерб. Протестующие требуют от мексиканских властей найти пропавших студентов живыми. Однако местные жители устали от ежедневных уличных беспорядков. Они хотят, чтобы правительство вмешалось в эту ситуацию. Думаю, это зашло уже далеко. То, чего они, протестующие, требуют, уже упущено. К ним уже присоединились и другие группы, такие как местный профсоюз. Я критикую правительство. Где оно, когда надо решительно остановить таких людей и урегулировать конфликт? Исчезнувших студентов похитили в городе Игуала более полутора месяцев назад. Это произошло в то время, когда они вышли с протестом против реформы образования. Предполагается, что полиция захватила их и передала бандитам. Студенты до сих пор не найдены.